я, допустим, как бы занимаюсь это с третьего класса. Вот. Такой интерес был. Потому что раньше в школе там всякие монетки там менялись, там, вот у тебя такая, у тебя такая, так и вот так вот. Ну, это как бы вот это увлечение, оно как бы получается на всю жизнь. Как бы, допустим, тебе скучно, ты достаешь вот эти вот монетки или значки, и так переберешь, и на душе становится так приятно. Ну, в основном, как бы, я занимаюсь древними монетами, очень древними, допустим, примерно 1000 лет назад, 2000 лет назад и больше. Вот эти монеты, как бы, для меня, как бы, они представляют историю. Вообще, вот по ней можно смотреть историю, как раньше жили люди, чем занимались. Если, допустим, на монете изображен, там, допустим, колос, то это говорит о том, что в этой стране в основном как бы было земледелие. Есть где-то на монетах корова, там, ну и так далее. Вот это, вот. Это как бы вот можно изучать историю по монетам. Я иду сюда с мыслями, чтобы пообщаться с такими же людьми, как этот я. То есть, как бы говорит, как говорится, вот, это рыбак рыбака, как бы, ему приятно также на эти же темы общаться. Сегодня мы побывали на еженедельном съезде коллекционеров монет или нумизматов, как их еще называют. Известно, что самые первые монеты появились в государстве Лидия в 7 веке до нашей эры. Каждый из нас имеет свое увлечение. Кто-то коллекционирует монеты, кто-то марки. Очень интересно пообщаться с людьми, увлеченными своим делом. Проводите свой досуг с пользой. Всем пока!